А вот Коран. Скажи, Мухаммад, не прошу я награды у вас за то, что возвещаю вам веру истину, а зову лишь любить ближнего. Тора, не питай в сердце ненависти к брату твоему. И, наконец, слова Будды. В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь. В мире происходят глубочайшие перемены. С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности. Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду. Для нашей огромной, большой страны межнациональный и межрелигиозный мир – это основа основ. То ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов. Тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих. И тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость.